Всем привет, ребят. Ну что, вот обнова. Приехал специально посмотреть, сколько надо слизней, чтобы вы понимали. Для роллинга. Сейчас посмотрим, что там у нас интересного сегодня добавили. Так, давай запускайся. Ну, в принципе, я вам весь обзор уже писал. Думаю, ничего вам интересного нового не расскажу. Самое интересное, это будет прохождение древних дальше, свыше 36-го. Остальное, честно говоря, уже, в принципе, и так разобрали. Еще единственное, надо будет по таланту пробежаться по героям. Так, сейчас. Поехали, запустили. Все, никак не доберусь до нового компа. Так. Окей, есть. Смотрим. Нового питомца дают 20 штук. Ну, по сравнению с другими серверами, это, конечно, ни о чем. Третий сет дают, тоже смешно. Так, что у нас здесь? Коллекционер. То, ради чего я спешил. За Бугимена 7-й раскол. Вот это, конечно, интересно. 15 сумок, ну... По сравнению с английским, я вам показывал сегодня, там же такой же самый коллекционер, там за Бегемана дают 100к кулаков. У нас я просто промолчу. Так, большая выгода есть даже. Ну давайте посмотрим. Я еще, честно говоря, не смотрел акции. Думал, сегодня будет рынок. Они опять его перенесли. Так. О, 200 сумок питомцев. Ну что-то получше. Махатма, 100 осколков Бугимена. Ну, в принципе, хоть так. Так, ладно, поехали, пробежимся. Так, радужные острова, выживание показывал, бластера и сверхновый огнекрыл, смертушка показывал, Бугимен показывал. Новая страница загрузки неинтересна, мастерство Святого Стража. Открыть все для наборов на складе. Вот это единственное, что меня с этого всего радует. Также есть подарки октября. Сегодня акция есть, где можно получить скин на Рибита. Который я вам тоже уже показывал. Вот так вот. Эпическая карта героя, Рибит. Профессор. Ну, такое себе. В общем, вот такое вот. Ну что. Основное я вам показал. Там зверски перегнал меня. 534. Ну, я, честно говоря, даже спешить пока не буду. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Интересно, в древнем уже умельцы есть. 37 открылось. Так, а тут что у нас? Что, на архе так и никто не побил? Печально. Так, 9 часов, в принципе, успеваю. Такс, окей. Ну что, поехали, будем пробовать ролить. Обнову, думаю, вы, может, и так уже пересмотрели. Я вам что-то нового не расскажу. Поехали. Посмотрим, за сколько мы 15 слизней соберем. Вот это интересно. Так, Дракос. Нового героя, возможно, буду попозже выбивать. Сейчас цели нет. Интересно, просто многие на роллинг хотят, чтобы примерно видеть, что у нас получается. Ну, Дракосы падают. Фрэнки. Не помню, сколько там у меня было. Паладин, потом скажете. Варлок. Ну, так себе, честно говоря. Ну, Махатма, профессор Рибит. На моем аке это... Неудивительно. Так, малышник. Хрон. Что-то я не посмотрел. Надо будет потом глянуть. Ну, в принципе, я для вас как бы пишу, чтобы вы понимали в среднем. Ну, где-то плюс-минус примерно одинаково у всех получается. Но бывают исключения. Так, только 7 собрали. Не знаю, половина только.
Ну, за Бугимана дают седьмой раскол, это интересно. Гаргул. Ну, Махатма, как видите, просто сыпет. Офигенный герой. А вот этих эктоплазмов что-то не особо падает. Да, честно говоря, вот я так посидел, посмотрел. Смысла вливать там 200-300 тысяч в этого героя, даже полуляма никакого нет. Через, ну, Фрея, Капитан Дрейк, вот такой у меня Коля. Через неделю максимум уже будут продавать Анубис, ребят. Вот это топовый роллинг называется. Смотрите, сколько у меня топовых героев выпало. Ворожай. Нам еще стрелка не хватает, да, для полного счастья. Но я думаю, 1050 мы уже переролили. Но студеных, наверное, собрали. Не, еще даже не собрали. Ничего себе. Ну, рандомчик. Бывают, я же говорю. Ну, в основном они в последнее время все больше и больше увеличивают шансы на дроп героев. Снова. Ну, уже, по-моему, собрал я. Да, уже точно собрали. Ну, напишите в комментах потом, сколько ушло, потому что я что-то заговорился. Давайте еще добьем. Капитан Рогатка, ничего себе. Будет ли Бугимен у меня? Вот весь вопрос. Ну и все, и понеслась. И Женя вошел в азарт. Суккуб. Купидон. Ну, давайте еще соточку. В принципе. Особо-то тратить не на что. Осталось только созвездие некоторые доролить и все. Точнее, чары. И до следующей обновы можно будет отдыхать. Так. ББшка, хранитель, Рино. Ну, посмотрите, сколько я всего выбил уже. Падает, конечно, интересно, но... Нам нужен буги-вуги. Душек. Ну, честно говоря, седьмой раскол интересный. Но я думаю, скоро его будут продавать. Еще Рину, Дрейк. Еще Рину. Тыковка, Фрея. Ну, ребят, это Повелитель Бури. Вот так вот топы ролят. Они сидят, ну, вот что, говно обнова. А Бигфут... Так, ну давай, давай, третья Махатма, ну такого вы точно не видели, я сам, честно говоря, в шоке, сколько у нас имба героев падает. Смерть, Лео. Да, интересное у них решение в коллекционер давать во время обновы. В принципе, с одной стороны и правильно, даже эти самые копить. Все, ребят, я где-то думаю, сотка ушла. Можете меня поздравить. Может и больше, наверное, 150 ушло, по-моему. А может где-то в сотке районе, честно говорю, не знаю, не посмотрел. Бугимен у меня есть, коллекционер. Батька собрал полностью весь. Ну, как обычно, ребят, все по максимуму. Пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, ставьте лайки. Напишите, пожалуйста, в комментах по поводу... того, сколько ушло на слизни, потому что это очень важно для многих, кто хочет герой ролить сегодня и достать именно такие вот призы, это важно. 10к кулаков, это прям того стоит, не знаю. Ну вот так вот, плюс Бугимен, мы забрали полностью все. Ждем следующую обнову, я вам уже запилю там обзорчики интересные. Ну, в общем, как обычно. Лайк, репост, подписка. Подписывайтесь на телеграм-канал, там все выпуски идут. Участвуйте в конкурсе на Огника. Конкурсы еженедельные есть. На этой неделе мы добили там Минотавра. Я уже видео утром выкинул. И Вольта разыграл. То есть два приза было.
То есть шансы есть у всех, кто активно участвует и получает. Явный пример Виталий, который получил второй раз, по сути, большой пак. В общем, вот так вот. Пишите, что вы думаете по поводу этой обновы. Все, я побежал. Всем удачи, всем пока.